Ну, вот говорят, что хоккей – консервативная игра, и новое что-то придумать практически невозможно. Но вот 1-3-1 – это то, что вошло в наш обиход именно в последнее время. Бросок с неудобной руки, и Гилма выводит свою команду вперед. О, как защитники сегодня играют бодро и ярко, и как бросают интересно. Похожие шайбы, и опять мы видим, что сложно среагировать на этот бросок с неудобной руки. Тем более, как мне показалось, Тодеков все-таки ждал передачу Гилмора на, так сказать, не совсем на дальнюю штангу, но на средний пятак. А тот взял, да и бросил. И каким-то коварным образом шайба зашла вот